это тоже наш сторожил. Земляника ремонтантная, мелкоплодная. Александрина. Которая усами не размножается. Она размножается делением куста. Конечно, по сравнению с крупноплодной земляникой, она урожайность, но ничто не заменит вкус лесной земляники. Настоящий. Такой, как у Александрины. Смотрите, она как прям как лесная. И выглядит как лесная, и вкус как лесная. Дала в этом году много-много маленьких новых растений. То есть они сами себе насыпались у нас. Я их решила оставить. Сейчас мы тут прополим. Не все у нас так благополучно, как хотелось бы. Ну, на самом деле, мне Александрина очень нравится. Выращила ее из семян через торфяные таблетки с последующей пересадкой на место.